Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать на Забайкальской земле участников, гостей, а также организаторов суперфинала 68-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и суперфинала 65-го чемпионата России по шахматам среди женщин. И любителей этой древней интеллектуальной игры, сочетающей в себе спорт, науку и искусство, в эти дни будет приковано к столице шахматного турнира, самому яркому и солнечному городу Забайкальского края, городу Чита. Уважаемые дамы и господа, разрешите зачитать приветственное письмо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, адресованное участникам, организаторам и гостям суперфиналов чемпионата России по шахматам 2015 года в Чите. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием суперфиналов чемпионата России по шахматам 2015 года. По традиции, эти состязания собирают сильнейших представителей отечественной шахматной школы, самых титулованных гроссмейстеров нашей страны. В ходе напряженных интеллектуальных поединков мастерам предстоит решить немало сложных шахматных задач, продемонстрировать незаурядный талант и точный расчет, творческую смелость и умение выстраивать многоходовые комбинации. Уверен, что суперфиналы в полной мере раскроют потенциал наших спортсменов, станут ярким, запоминающимся событием для любителей шахмат, послужат росту популярности в России этого интересного вида спорта. Желаю участникам турнира красивых побед, а многочисленным болельщикам незабываемых впечатлений о шахматных баталиях. Владимир Владимирович Путин. Чите, которая на эти две недели станет шахматной столицей России.